Я на речке снова. Хочу попробовать изловить щучку. Сегодня у меня планы по воблерам и по техасу. С двумя удилищами, чтобы не перевязываться. Погода сегодня снежная. Как видно, идет снег. Водичка на прибыли немного. Здесь такая плюса с обраточкой. Сейчас ее пробью, спущусь ниже по течению и пойду выше. Ну вот, как я и говорил, сегодня воблеры на экстрафаст спиннинге и на лапше резина. Да, забыл сказать, сегодня я сделал выбор в пользу ярких приманок. Водичка немного мутноватая, поэтому цвета сегодня желтые, красные будут, ну и белые попробую. Все, будем пробовать ловить. Вот он, малыш. Малышонок попался. Давай свечечку сделаем, малыш. Засранчик. Не хочет он нам свечки показывать, но мы его тогда аккуратненько отцепим и отпустим. Взял он догоночку. Воблер уже на выматывание. Сейчас мы тебя аккуратненько отцепим, малышки. Отпускать будем. Самый мысик в челюсти. Уже тебе сильно больно, чтоб не сделать, а? Вот, все. Пойдем плавать. Ну вот, первая рыбка на сегодня есть. Давай, маленький. Толстый. Засранчик. Пошел. Пошел. Живи. Мелочь. Ну что, с почином? Первая рыбка есть. Будем ловить дальше. Воблеры работают. Интересно, что покажет Техас. Малечка поймал. Как тебя маленький угораздило, а? Жалко, ботвичка. Щучки, вернее, удар, но не засек на центре, вот, в начале переката на выходе из этой приемка. Да, воблер доловить не получилось. Сейчас сменю на техас, попробуем, что получится, вдруг доловится. На этой плеске тоже заметно, что уровень воды поднятый. Пытался я обловить эту корягу, ветки затопленные в воде, упавшее дерево. Пока тихо, я сейчас зайду туда, под нее прямо проведу вдоль. Опа, что это? А, нифига себе! Хвост, блин! Хвост от твистера. Ну-ка ж. Хвост от твистера. Такой же небось, как у меня. Подсмотрели, гады. Ну да, точно. От такого же. Вот
Только от белого. Ну хорошо, у меня есть красный без хвоста. Я ему припаяю. Да. Ребятки быстро опыт перенимают. На одной из прошлых рыбалок. Так, мы его определим в кармашек. На одной из прошлых рыбалок подходили парни, смотрели, спрашивали, на что ловлю. Ну, я не скряга рассказал, жалко что ли. И купили охоту такие же твистера. Техасить начали, ребятки. Я за Техас уже приобрел кличку Техасский рейнджер. И у меня уже есть последователи. Ну что, прикольно. Техасский рейнджер. Поймал рыбу-корягу. Ну вот, сработал и Техас. Еще волны не успокоились. Второй выход на Техас. Первая брала. Нихуя не захотела долавливаться. А вот это взялась. Взялась за самый краешек. Еще чуть и ушла бы. Как-то берет с опаской. Ну, результат дня у нас. Два стрелка на воблеры. Еще один хват на воблер был пустой. Два хвата на Техас. Одну поймал на Техас, но уже покрупнее, конечно. Вот такие вот итоги. Сейчас мы ее завесим. О, 730 грамм. Единственный за сегодня достойный рыб. Толстенькая. Красивая рыба. Спасибо тебе, что клюнул, порадовал меня. Ребятки, езжайте на рыбалку, не сидите дома. И будет вам счастье. Thank you.